пустять на парад перемоги в Москві. У соціальних мережах люди обурені. Влада заявляє, що не пустить на парад тих ветеранів, котрі приїдуть в столицю Росії без запрошень. Ми зв'язалися з журналістом із Москви Айдером Муджабаєвим. І ось як він нам прокоментував цю ситуацію. Давайте послухаємо. Но это вообще, конечно, запредельный бюрократический цинизм, в котором нет ничего человеческого. Насколько мне известно, существует некая квота на присутствие ветеранов в параде побед. Говорят, что сейчас по подсчетам властей в Москве, например, проживает 20 тысяч людей, которые являются ветеранами Второй мировой войны. А общее количество приглашенных на парад победы 9 мая составляет 70 тысяч человек. Понятно, что из 20 тысяч ветеранов реально дойти до Красной площади могут там, ну, может быть, 1000 человек. Ну, видимо, из 70 тысяч найти 2000 мест и по одному сопровождающему – это непозволительная роскошь для организаторов Парада Победы. Видимо, так нужно понимать вот такие ограничения. Ну, видимо, так, нужно понимати. Але насправді, як на мене, це повна маячня. Уявіть собі, там тих ветеранів залишилося, скільки вони приїдуть, а у вас немає запрошень, до побачення. І все частіше в соцмережах пишуть, що на парад готують так званих ряжених ветеранів, котрих і вишукують на головній площі Москви, хоча підтвердження цієї інформації ми так і не знайшли.